Chiloso. Ya arrivo. Prepari a Tullo. Cari. Tu. Они говорят самоубийство. Пусти, мать! Они должны сказать правду! Что? Мы не знаем! Он же выбросился из окна. Где? В конторе у Шпёрки. Собака это Шпёрка! Нос воротит по этому Шпёрке. Не жалко. Крепкий парнишка в пресс-лямке. Футболист. А политически? Неорганизованный. Не то, что его брат. Почему этот парень не у нас? Плат покружной герол. Это Отто. Пусть войдет. Это покладистый парень. Мы как раз такого и искали, господин директор Перке. Отто, Отто. Так значит, в ночлежке вы слыхали, что левые элементы хотят поджечь фабрику Шперке? Пусть они это сделают, тогда можно будет мочить парней. Правильно, Айпов. Этим вы окажете большую услугу национальному движению. Сколько? Сколько? Фу, дьявол, такой, как ты, штурмовиком должен быть. Фу, дьявол, такой, как я, начальником штурмовиков должен быть, господин начальник штурмовиков. Но, ой, скоро расцветал. Вы где-нибудь учились? На инженера-строителем. Коллеги. Почти. А это грустные остатки. Ну. Теперь все это изменится. Что? Вы знаете Фрица Лемке? Встречались в бюро проверки безработных. Спасибо за совет! Теперь оставь меня в покое! Фриц! Отстань, мать! Анна, не уходи. Вы сами виноваты! Оставь завтра. А что вы вообще знаете? Собрали, вещи, повторю, и больше ничего. Это работа никому не даст, а головы может стоить. Вам кого? Пусти, мать, ведь это Отто. А я кое-что пронюхал. Что ты пронюхал? Знаю, кто виноват. Шпёрке! Тогда под суд его. Ай. У меня для него есть кое-что почище.
кое-что почищем. Я знаю кое-что почище. Мать! Где же она? Итак, заметана? Заметана. Ну, теперь держись. Это единственно правильная политика. Значит, в полшестого. На новостройке. Визнер. Да, Визнер. Визнер! С коммуны? Но не с вами! Что? Ну-ну-ну-ну! Чего, голубчики? Доберемся до вас завтра. Тут еще что-то готовится. Угу. Ясно. Ну что ж, говори, не бойся. Визнер теперь наш. Наш? В чем дело? Там доктор Гирштейн. А дело следствие? Да, господин начальник, удостоверить смерть Ганса Лемке. Идиоты! Почему мне ничего не сообщили? Я же должен быть при этом. Добрый день, доктор Гирштейн. Здравствуйте. Господин доктор. Что вам угодно? О, бездельник. Удостоверить факт самоубийства. Я не обязан вам давать удостоверение. Вы неофициальное лицо. Неофициальное лицо? Так-так. Значит, они решили поджечь фабрику? Надо поговорить с фрицем. Немедленно. Не надо. Мы накроем всю банду. А парню мы вправим мозги. Слушай, ты должен знать монтеров с фабрики. Пойдем-ка. Понимали? Итак, ребята, этого Лемка обработал Отто. Он запалит огонек внизу. О нашем существовании он понятия не имеет. А мы наверху зажгем по-настоящему. Когда я скажу «пошли», все идут подземным ходом, моментально зажигают и обратно. Лемка схватят и прощай команду. Сейчас. Итак, смотри. Теперь... Пошли. Куда? Смотри! Смотри наверх. Видал, в какую ты попал компанию?
поправить Отто, как ты мог попасть на эту удочку? Идем. Оставьте меня в покое. Погоди. А ты не поддавайся на провокации. Им нужен повод для новой резни. Пошли. Ну вот, сторожа схватили Отто. Отто? А, черт побери. А, так вот он поджигатель. Так точно, господин начальник. Ай-яй. Ай! Где судья Зиберт? Нет, ни души. Из-за этого поджога целая суматоха в городе. Да ведь потушили же! Выключи эту идиотскую трубу! Мы создаем новую эпоху в истории, мой дорогой. А история с Гансом Лемке? А? Мой дорогой Айков, нельзя же было заставлять меня подписывать насильно. Можно, доктор, можно. Ваше здоровье. При всем том, надо быть хоть чуточку человечным. Нельзя быть человечным, надо быть политиком. А, здравия желаю, господин судья Зиберт. Алло, а я на Крамыгам. Эйзер, идите, следующая компания. Живо, живо, сюда. Я буду... Ничего вы не будете, господин доктор. Давайте, ребята. Но, не занимайте же место господина судьи. А ведь старый ящик мог сгореть. До сдачи вами шперка новой фабрики, господин инженер. Дело вообще не двигается с места. Но я нажму направление моей фирмы в Берлине. Называют себя строительной фирмой и не строят. Черт знает, что такое. Враждебный народу торгашеский дух. А мы с этим покончим. Теперь восторжествует порядок и правда. И Рейхстаг был охвачен пламенем. Полицейский заметил в пылающем здании людей с зажженными факелами. Один из поджигателей задержан. Это 24-летний каменщик Маринус ван дер Любе из Лейдена в Голландии, у которого найден оформленный по всем правилам паспорт. А на кого они впервину свалят? На нас же. Увидишь. Ну, что ты делаешь? Нужно спрятать и насолить все. Социалисты получили 21 миллион голосов. Пожар Рейхстаг им на руку. Теперь они нас прижмут. Да, но как же нам быть без них, господин судья?
А вот так, главная выправка! Мы солдаты коричневых армий! А, мой старик! Господин директор Шаркин! Выше! Выше! Еще выше! Что может сделать один человек против всех? То ему не нравится, это ему не нравится, и все ему подавать. А тюремные правила он наизусть знает. Это настоящий прокурор. Чудной парень, доложу я вам. Объяснительная записка 20 марта 1933 года. Я полагаю, что его фамилия Хедигер, и что он швейцарец. Здорово, он болгарин по фамилии Димитров. Номер 8085. Каких только книг он не требует. Дитриха, Шефера немецкой истории, Гёте, Байрон, Шекспир и мемуары Бисмарка. Кто же это номер 8085? Какой-то профессор. Говорят, что он поджег Рейхстаг. Он композитор, а? Шевелюра, похоже, что это музыкант. Ну, теперь с музыкой кончено. Они его порешили. Заметит тебя и вздумает к нам заявить. Кто? Этот. Дразнит его под лица. Прохода ему не дают детишки рабочих. Будь доволен, что о тебе никто ничего не знает. Я тоже ничего не хочу знать. Эх, мать. А Ганса-то нашего. Ах, все теперь пропало. Ах. Мать, я, может быть, работу получу. Через фашистов? Кто теперь получает работу? Эх. Фу, я не могу здесь дольше оставаться. Ну и что же? Что же? Соловья баснями не кормят. А ты пошел бы свидетелем на процесс о поджоге Рейхстага? О, я клянусь, господин начальник, виноват, господин президент. Накануне поджога Рейхстага рабочие здесь подготовляли восстание. Они были вооружены железными палками. Я их видел и клянусь. Я говорю сущую правду. Вот деньжонок бы на дорогу. Иди к Мартинсу. А все-таки наша взяла. Мартин! Фу, дьявол. Политика портит характер. Мы его не испортишь. Не увидели бы его здесь. Он пройдет подвалом. Безобразие, что мы его выпустили, ведь процесс неизбежен. Да? Мне это говорил судья Зибер. Старый педант, законник. Итак, Ровенгауф, Файтелин 6 берете на себя. Маршрут прежний, Кайзерштрассе, Бисмарк-Класс, Стальной шлем, Саветый хвост. Все? Вы хотели устроить фрица Лемке на новостройку.
Это сделает мой заместитель, я еду в Берлин. Надолго? По-видимому. А как же процесс? Вернусь. Я назначен комиссаром правления моей фирмы в Берлине. Получил телеграмму. Господин комиссар, поздравляю. Спасибо, спасибо. Узнать причину его смерти. Как? Она была указана в акте о вскрытии. Так это справка? Справка? Что? Сбор. А что вам, собственно говоря, от меня нужно? Чье это дело? Не говорите здесь об этом. Могут услышать. Дорогой Лемке, вы очень порядочный человек, но только я прошу вас, не впутывайте меня в это дело. Это какой-то... Какой-то массовый психоз у людей после подсога Рейхстага. Да, ну, доктор, я очень сожалею, но больше сказать ничего не могу. Доктор ничего не сказал. Я фашистов испугался. Черт с ним, я хочу узнать правду. Молчи! И подобные люди могли свободно разгуливать здесь в Берлине. Читаете? Знаешь, наверное. Все это предположение. Еще точно не установлено, кто он такой. Господин директор, куда прикажете поставить стол? О, пожалуйста. Вот господин комиссар. Туда, к окну. Его личность будет, несомненно, установлена. А то, что Рейхстаг поджег он, это ясно. Кости ломит. Я уже отвык от работы. А ищи футболист. Это совсем другое дело. Ах, вот как. Захвати с собой десяток. А? История о поджоге Рейхстага. Правда. Не нужно мне ли правда? Учиться тебе еще надо, парень. Не говори с ней так грубо. Сорвать листовки! Свободу Димитру! Опять свинство! Ну, я этого мерзавца поймаю, и тогда прощай! А что ты об этом думаешь? Я ничего не думаю. Правды все равно не узнаешь. Для этого я слишком маленький человек. Я футболист! Сыр передавать нельзя? Нет. Письма свои он все подписан. Георгий Димитров. Но ни одного их протокол. 1 июня следствие закончено. Но Фохт еще не готов, поэтому он и мстит. Наручники велено укоротить 17 июня 1933 года.
Наши им и нечего сказать. Надо к рукам прибрать весь футбольный клуб. Или возьмись-ка фрицам Лемке. Уже 3 месяца, как мы дали ему работу, а он еще не у нас. Он должен сегодня вступить к нам. Лица-то обрабатывает Рабенкамп. Надо бы его убрать. Пригласи Вилли танцевать. Иди, это надо. Алло! Здорово! Ты что здесь делаешь? Надо же людей смотреть. А ты? Надо и мне людей посмотреть. И барабан. Эй, вы, дитяи, что же вы не играете? Мы хотим танцевать. Пойдем потом к нашему столику. Не хочу я с ними знаться. Что? Ну, Фрид, Анна. А, что там? У меня другие заботы. Ready? C'est prêt. C'est ça qui va porter la vérité dans le monde. Das wird die Wahrheit in die Welt bringen. Что это у тебя там, мать? О, ничего. Черт возьми. Ловко сделано. На обложке история культуры. А внутри коричневая книга. Ну вот я опять в Берлине. Тебе, старина, я не очень-то доверяю. Но для вас, господин начальник, я... В огонь пойду? Без дерзости! А то у нас найдутся другие средства. Как же показывать на процессе? На каком? Нет, не на процессе Рейхстага. Там я знаю, что говорить. Дело Лемке назначено к слушанию. Когда же? На 22 августа. А ведь это послезавтра. Проклятие, чуть было не забыл. Ведь у меня лежит повестка. Что же, вы выступаете? Как уговорились? Ну, конечно. На меня напали... О поджоге я ни слова. Ладно. Сделано. Да и нам не интересно, чтоб вы засыпались. Чрезвычайно благодарен, господин начальник. Здравствуйте, мастер Клемка. Вам письмо. Неделю Жене немножко побыть у вас. Я должна идти на работу. Повестка! Повестка! Завтра тебе нужно явиться на процесс. Все-таки... Завтра ты им должен сказать, Ледовитов Газов вы убили моего Ганса. Потому что он знал, что за парфюмерии вы делаете на фабрике Шперки. Из-за войны вы погубили моего Ганса. Мать! Все для войны. Поэтому Айков сегодня прилетел на самолете из Берлина. Прилетел сегодня, чтобы дать ложные показания завтра. Ну, понятно, господин прокурор. Понятно. Доктор Гильштейн тоже может поклясться со спокойной совестью, а? Кроме того, не так уже важно, видел ли действительно учитель Вебер Ганса Лемке, не видел Петерса. Или же видел директор Шперка Петерса и не видел Ганса Лемке. Или же видел я Ганса Лемке, не видел Петерса. Да, но обо всем этом надо договориться. Понятно, поджога Рейхстага, всем ясно, что собой представляют эти подонки. Что они кто это преступление, поджоги, взрывы, заговоры, убийства, и об этом и другое.
не минуется попов, Димитров, Харев, Тоган, Слемке, Петерс и так далее. Соблюдать тишину, они будут удалены из зала, так же, как публика. Клянусь перед лицом Всевышнего. Клянусь перед лицом Всевышнего. Говорить сущую правду, ничего не прибавляя и не скрывая. Господин комиссар, к сожалению, мы были вынуждены оторвать вас от ваших важных служебных обязанностей в Берлине. Так вот, господин свидетель, что вы знаете по поводу нападения 23 февраля 1933 года? Я могу повторить только то, что уже рассказал начальник Робинкам. Так во всей Германии такие здесь, эти подонки заранее подогнали восстание. Уже 23 февраля. Кто убил Ганса Лемке? Передай дальше. Кто убил Ганса Лемке? Иди сюда. Кто убил Ганса Лемке? И тут я получил сильный удар по голове. А вот сюда. Одной из этих железных палок. Дальше я ничего не помню. Было ли темно? Было ли темно? Совершенно темно. Даже свидетель утверждает, что подняв спустя он нас узнал на фабрике шперки по железным палкам. Я отвожу этот вопрос, он излишен. А почему свидетель был арестован? Но! Случайно? Ну да. Случайно. Я бы хотел... Вы не получили слова. Садитесь. Свидетель Фриц Лемке. Я хочу вас допросить вторично. Может, теперь вы нам поможете раскрыть истину. Дело в том, что остальные обвиняемые так же невиновны, как и мой брат. Советую вам быть поосторожнее. Возможно, вы сами виновны. Больше ничего не знаю. Ваш брат Ганс Лемке покончил с собой 25 февраля в 11 часов утра. Он выбросился из окна. Ничего не знаю. Это установлено врачебной экспертизой. Как вы знаете, против вашего покойного брата Ганса Лемке и его сообщника Конста, Лейда, Барча, Леймана и скрывшегося Петерса было возбуждено дело о покушении на убийство. Camarades, nous sommes assemblés ici pour parler de l'affaire de l'incendie du Reichstag, pour parler et pour agir. Vous savez que le gouvernement du Reich avait jusqu'ici remis, tant il avait peu, l'ouverture du procès. On n'osait pas faire sortir cette affaire au grand jour. Eh bien, maintenant, nous apprenons que l'ouverture du procès est fixée au 21 septembre. Cette décision-là, camarades, c'est l'opinion publique mondiale qui l'a arrachée. Les accusés sont dans les chaînes et ils ont aux mains des menottes. Le monde entier proteste contre ce procédé sauvage. C'est une honte que ces hommes portent des menottes. Les menottes doivent tomber. Скажешь ли ты мне правду, собака?
Вы подготовляли восстание 27 февраля, а? Нет. Рейхстаг, вы подожгли. Нет. И так заметано. Завтра ты едешь в Лейпциг свидетелем. Ну и свинья же ты, Отто, Отто. А вот почему я пью с тобой? Потому что все мы люди. Свидетель! Свидетель. Что ты знаешь? Мне-то не знать. Не старайся знать слишком много. Я все еще стою прямо. Господин директор Штайншнайдер, на вашу выпивку я плевать хотел! Отто, не старайся знать слишком много. Слишком много — это опасно. Сколько бы человек ни знал, все равно недостаточно. Говорит один мой приятель, а он лично знаком с Фохтом, судебным следователем, лично. Фохтом? Фохтом делает карьеру. А если много лазит-то? Этот покажет братишку. А что в мире? Будут тысячи лет. Тысячи лет. Об этом говори. Об этом говори. Отто. Тысяча лет. Внимание! Внимание! Мы находимся в Лейпциге, в здании Государственного суда. Необычайное напряжение царит в зале, где идет процесс исторического значения. Под конвоем полицейских в зал Государственного суда вводят подсудимых. Впереди Маринус ван дер Любе. Иди, сейчас будет говорить Димитров. Dann stelle ich die dritte Frage. Hat van der Lubbe mit jemand über die Vorbereitung und Durchführung des Reichsbrandes gesprochen? Diese Frage ist abzulehnen, weil sie überflüssig ist. Ich frage weiter. Warum hat van der Lubbe diese ungeheuerliche Verbrechen gegen die deutsche Arbeiterschaft begangen und mit wem? Das ist hier ein politischer Prozess. Da muss ich auch politische Fragen stellen. Also ich frage den Herrn Grafen. Hat er etwas bemerkt von einem Aufstand der Arbeiter im Zusammenhang mit dem Reichstagsbrand? Nein. Also das ist sehr wichtig, da diese Frage für den ganzen Prozess entscheidend ist. Beantrage ich auch, Ernst Thälmann als Zeugen vorzuladen. А я их провела. Кого? Фашистов. Петерс где? Он еще не пришел. Слыхали Димитрова? Да, да, очень хорошо. Вот где Фрид мог бы услышать правду. Не подогрет ли тебя кофе, а? Угу. Подержи-ка. Анна, помоги ты мне с Фрицем. Как? Помоги, ведь ты женщина, а я только мать. У меня другие заботы. Но ведь он тебе нравится. Нет. Да, но... Вот видишь. Я политикой занята. Ах ты политик, девочка ты моя. Слыхала Димитрова? Все это должно быть вместе, в человеке. Я не хочу, чтобы он пришел к нам
ради меня. К нам? Ну да. Слушай, Марк, фабрика Шпёрка горит. Как это случилось? Спроси господина Шпёрке. Шпёрке. Может, они празднуют начало процесса. Процесса? А поджоги Рейхстага. Ах, вот как. Ведь она застрахована. Может, для того, чтобы занять рабочих, бандиты. Сперва они пытались это сделать иначе. Отдай. Куда ты? Ухожу. Пусти. Ты идешь к Петерсу? Я даже не знаю, где он. Знаешь? Нет. Ты идешь к нему? Ты нет. Да выйди, полиция! Не выйди. Выйди, ты сын! Ты с ним сейчас убить или поджигать? Что же мне делать? Тебе должно быть стыдно! Стыдно перед теми, перед Петерсом! Бери пример с Димитрова! Вот так ты должен был держаться на процессе! Меня ведь не обвиняли! Мы все обвиняемые! Ты должен! Подохнуть я должен! Неужели ты думаешь, что мнение страшно за тебя? Ты ведь мой! Да, мать. И он тоже. И он. Все они мои. Никто не виноват, что родился рабом. Но Анна, поднимись к нему. Я ему сказала, ему должно быть стыдно перед Димитровым. Иди сейчас же. Войдите. Ах, это ты, Анна. Ты к матери? Да. К вам. Почему мне должно быть стыдно, Анна? Я же не могу быть таким, как Димитров. Фриц, ну... Послушай. Правда, поджоги Рейхстага? Откуда это у тебя? Петерсдам. Читай Димитрова. Я пролетарский борец. И, следовательно, я не террорист, не авантюрист и не путчист. Поджог Рейхстага произошел в результате политической провокации и политического безумия. И пытается под маской клоуна спрятать свое настоящее лицо поджигателя и террориста. Волочь! Как смеет он бить? У меня руки чешутся! Поджечь? Нет! Другое. Подумай только, что ты Димитрова стережешь. Почему ты не такой, как он? Завтра передай ему от меня привет. Сиди, трусишка, трусишка. Открытку ему напишем. Господин Димитров, держите стойко. Шлем сердечный привет. Привет, подписи. Димитров. Es unverständlich, unglaublich, ungerecht, wenn meine Ankläger das Brauenbuch in Hände haben und ich als Angeklagter dieses Buch nicht kenne. Ich verlange, dass mir das Brauenbuch zugestellt wird. Наша пятерка постановляет к 1 ноября достать по 2 экземпляра коричневой книги. Мы их доставим Димитрову. Постановление одобрить. Ну что же ты? Теперь ведь он с нами. Thank you.
получили. Коричневую книгу у тебя? Угу. А как с ногой? Пустяки. Пуля только слегка задела. Пошли. Пошли. Обнимись. Так. Целуй же. Любовь, соображай, болта. Лодки нет. Я так и знала, когда придется сюда. Ты же ранена? Ерунда, царапина. Я плыву. Мост наверняка охраняется. Но надо все-таки проверить. Подожди, я сейчас вернусь. Ничего, проскочу. Петр ждет там напротив у каменоломни. Он будет рад, что мы достали коричневую книгу. Петр? Петр велел ждать сигнала. А там не книги? Нет, я плыву. Никто нас не видал. Ну как? Ничего. Приз. Спасибо. Ну что там? Вы меня тоже из болота вытащили. Извините. Нет, ты. Это все равно. Ага! Любовную парочку изображает. Это мы знаем. Легкий приз. Анна. Значит так. Сволочи! Петерсом всей шайкой! А это что? Вот тебе и на. Коричневая книга. Взять! Целый склад. Хороший улов. Давно уже хотел почитать. Марш-марш! Марш-марш! Господа коммунисты, пожалуйста, пожалуйста. А? Подобрал животы! Я тебе покажу, Фриц. Ну, а как твой футбол? Димитров мне его из головы вышиб. Он им говорит правду в глаза. Я хотел бы быть таким человеком, как он. Смелости у меня хватит. Одной смелости недостаточно. Нужна линия, дорогой мой. Димитров! У нас есть здесь кружок для начинающих. Потом. Смирно! Лагерь 3, комната 6, 37 человек, карцер 1 человек, лазарет 3 человека. Эй! Вы!
Ну, попробуй кто-нибудь пикнуть у меня. К стенке поставлю. Война у меня! А, может быть, вам еще непонятно. А мальчик! Пошли. Хлыстом по лицу. Спокойно, парень. И мы? Мы? Мы будем судить. А я уже знаю председателя. Внимание, Зевс. Внимание. Слушайте антифашистскую информацию. Товарищи заключенные, сейчас вы услышите всю правду о подшоке Рейхстага. Он жив и клевете фашистских провокаторов. От имени трудящихся всего мира Георгий Димитров... Это он. Кто? Председатель. Георгий Димитров поднял голос обвинений против поджигателей Рейхстага, против палачей, убивших... Палачей, убивших... Эльфгут! Фрицфрау! Анфлотто! Шефер Герман! Ганслемке! Да здравствует Димитров! Добрый день, господин судья. Что случилось? Господа, Димитров опять лишили слова и удалили из зала суда. А он на это заявил, что если так будет продолжаться, я подумаю, приходите мне в суд вообще. Весь процесс проваливает. Ну как, взять ее в качестве свидетеля? Спросите у Паризу. Ну он окончательно растерялся, его никто ни о чем не смеет спрашивать. Я спрашиваю! А, я спрашиваю! Господа, но это Димитров молодчина. Он теперь здесь председательствует. Ну докажет. Теперь такой свидетель не годится. Полюбуйтесь, коллега, это нарисовал Димитров. И сегодня передал суду, причем заявил от Паши, что психопатов и ворот круг свидетелей замыкает. Итак, вас постигло неудачный процесс. Нас? Что? Ничего не вам помочь, если вы не устроились. Мы будем... Что мы будем? Итак, прошу. Не окажитесь в таком же глупом положении, как я. Оставьте ваши истины про себя, неинтересно. Но ведь дело Ленки вы покрываете. Дайтесь вон! Drei nationalsozialistischen Hauptzeugen sind zusammen im Reichstag gewesen. Ich frage, wie kommt es, dass Herr Karwane hat nur Van der Lubbe mit Bestimmtheit gesehen und Togler nicht? Herr Frey hat Togler gesehen und Lubbe nicht genau. Herr Kroy hat Lubbe gesehen und Togler nicht genau. Что здесь случилось? Wie kommt das? Но, господа... Служебное время? Нельзя же! Zeugen spielen offensichtlich mit verteilten Rollen. Ich beglückwünsche die Anklage zu solchen Zeugen. Не надо было ничего передавать по радио в этом процессе. Этот Димитров. Не будете ли любезны подписать это? Черт побери, я здесь комиссар немецкой революции, а не ваш служащий. Но ведь это еще не такая большая разница, дорогой мой. Впрочем,
вы уже снова освобождены от всей этой нагрузки. Каким образом? Видите ли, вышел приказ об отозвании всех комиссаров из предприятий. Правильно. До свидания. До свидания. Отвращение и ненависть. Все, что у меня осталось. Да, мой друг, политика портит характер. Это никуда не годится. Что? Мой характер или моя политика? Gebe zu, meine Sprache ist scharf und hart. Aber mein Kampf und mein Leben waren auch hinter scharf und hart. Dabei, dabei! Einmal werden so wir sagen, einmal zu... Na das, Mensch! Еще помогать? А? Назад, где помаш? Где бегом? Jede Silbe von mir gesprochene Wort ist Blut von meinem Blut und Fleisch von meinem Fleisch. Ich verlange Gnade noch Sympathie. Ich verteidige den Sinn und Inhalt meines Lebens. Ну вот ты снова здесь. 8 дней в кандалах. Ничего. Димитров 5 месяцев в кандалах. И все-таки он победитель. Вот. Мы сейчас проведем читку его процесса. Текст у нас есть. И часовые по местам. Давай, давай. Смотри в оба. Иди. Ничего, мы с вами отдельно прочитаем. Тише, тише. Сейчас услышите исторический эпизод из Лейпцигского процесса. Я читаю председателя суда Бюнгера. А я читаю товарища Димитрова. А я читаю. Эти собаки из Шевцова опять издеваются. Я уж им... Известно ли это суду? Браво, Димитров, браво. Читай дальше. Товарищи, внимание. Я скажу вам, что известно немецкому народу. Подожди. Немецкому народу известно, что вы ведете себя здесь нагло, что вы прибыли сюда, чтобы поджечь на страх. Вы в моих глазах мошенник, вместо которого только на виселице. Димитров, я вам строжайше запрещаю вести здесь пропаганду. Вы должны ставить только относящиеся к делу вопросы. Я очень доволен ответом господина свидетеля. Довольны ли вы или нет, это мне безразлично. Я лишаю вас слова. Вы боитесь моих вопросов, господин свидетель? Что вы тут выдумываете, негодяй? Вывезьте его! Вывезьте его! Вон! Берегитесь попасться мне в руки вне этого суда! Внимание! 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 Ирина! Лагерь 3, комната 6, 42 человек, карта 3 человека, лазарет 7 человек! Негодяй! Кто врет? Поворчить. Пусть не разговаривать.
Что, парень? Ich erlaube mir, in diesem Zusammenhang ein Gedicht zu zitieren von dem großen deutschen Dichter Goethe. Lerne zeitig klug sein, auf des Blickes groß ein. Du musst steigen oder sinken, du musst herrschen und gewinnen oder dienen und verlieren. Leiden oder triumphieren, Amboss oder Hammer sein. Ja, wer nicht Amboss sein will, der muss Hammer sein. Diese Wahrheit hat die deutsche Arbeiterschaft in ihrer Gesamtheit leider noch nicht verstanden. Jetzt will sie es wohl verstehen lernen. Вы что? Все хотите быть Димитровыми? Да, точно, господин Аронович! Ира! Отрывень занятий! Ich bin der Ansicht, dass Van der Lubbe nicht allein der Eistag angesteckt hat. Van der Lubbe ist ein unglückliches, missbrauchtes Werkzeug der Arbeiterfeinde. So ist durch eine versteckte Zweibund zwischen politischer Provokation und politischer Friedheit der Eistagsbrand entstanden. Und nun sitzt hier der armselige Faust des Reichstagsbrandes. Mephisto ist aber verschwunden. Mit dem Werkzeug haben wir, ich und meine Gesinnungsfreunde, selbstverständlich nichts gemeint. Danke! Оправдан. Димитров. Не случилось бы чего с ним. Да. Вы сказали, что мы должны выпустить Димитрова. Об этом Рабенкамф передал начальнику. Я знаю. Строительная контора Штайн-Шнайдер и Ко? Хорошо. А Шперке? А. Оказался настоящий парень, вот. Демонстрации во всем мире. В Париже, в Америке, в Испании. Влопались мы с этим делом. Только помощь вы получили ее не от меня. На новостройке недовольство из-за снижения зарплаты. Я тут помочь ничем не могу. Теперь они увольняют рабочих. И мой Вилли попадает под это увольнение. Вот вам благодарность. Димитров ваш прав. Все это ложь и обман. Конечно, он прав. Весь мир это знает. Вот посмотри, повсюду демонстрации. Мы добьемся его освобождения. У нас многие говорят, вот каких борцов нам надо. Каких борцов только мы имеем. А кто это говорит? На новостройке говорили Карл и Эваль. И инженер Айков тоже начинает колебаться. Газеты
Ведь он мне дал. Он? Он не комиссар больше. Теперь он толкует о национальном единении. Тут ему достается со всех сторон. Рабочие ругают, зарплата слишком низкая. Шперки ругают, зарплата ему слишком высокая. А начальник кроет Айков, потому что все грызутся. Айков уже колеблется. А ты? Я больше не колеблюсь, матушка Лемки. Будь осторожен. С Айковым дело плохо кончится. Да что там? Начиналось оно тоже нехорошо. Мой Ганс, таких людей, как Айков, я знаю. Из-за своей слабости они самые жестокие. Доктор Гильсон сейчас установит причину обморока нашего коллеги. Официально последнее снижение заработной платы было сделано в согласии вашей просьбы в арбитраже. Так и так, Герман. Вы разумный человек. Объясните вашим коллегам. Этого не объяснишь. Что? Наше производство? Как такое наше производство? Шперки производства. Они же не Шперки. Спокойно. Господин директор... Перки, положился на вас. Вы всегда так хорошо ладите с людьми. А ну, потише здесь! Шредер, и ты с ними! Спятил, что ли, сволочь эдакая? Шредер тоже не может этого объяснить. А вот господин начальник Рабенкамп... С вами надо было по-другому расправиться. А ну, живо, живо! Недоедание. Димитров, вот это, черт побери. Человек, как мы все-таки одиноки, а вот он не одинок. Димитров с 15 февраля гражданин Советского Союза. Немедленно, как только выйду. Немедленно, как только выйду. Почему тебя выпускают? Черт их знает. Значит, крестьянина Бюклер. Да. А мать? Ведь она еще не знает, что ты на свободе. Нет, не знает. Значит, сначала к Бюклеру. Твой приход должен остаться незаметным. И уход. Затем передашь все Герману. Все, что здесь происходит. И передай им там, что лагерь вот как стойко держится. Как Димитров? Как Димитров? Давно пора бы Герману вернуться. Не так легко найти человека, который знает, что с Анной. Анна, она еще не на свободе, а я свободен. Димитров не свободен, и Петр, и многие. А я свободен. Эх, дорогой мой Бюклер, как хорошо все-таки увидеть мать. Она мне кофе приготовит. Вкусный кофе! Герман вернулся! Еще кто-то! Что с Анной? Что? Он теперь наш! И он знает, что с Анной.
Что? Плохо. Что с ней? Что-то надо сделать. Что-то говорите, где она? В женском концлагере Лихтенгай. Она избита? Я боюсь, как бы ее не взяли из лазарета и... Кто? Любой мерзавец. Пропуска у них есть у всех. У твоего начальника тоже? Конечно. Пропуск возьми ты, и ты ее освободи. Один? Я помогу тебе. Ты? Вот! Достань мне такое тряпье! Если что случится, передай матери привет. Два месяца без врача. Поезжай к Гильстеду. Гильстеду? Да-да, с ним все в порядке. Не видали вы мотоцикл с коляской? Он остановился дома Гильстеда, и кто-то вошел в дом. Идите к Айду, я вызываю начальника округа. Пошли. Спасибо за лекарство, доктор. Мне бы следовало вам тогда еще сказать правду. Эти кусочки правды, они для меня бесполезны. Существует одна правда, доктор. Вот за нее мы и должны бороться. Вы, видимо, многому научились. Нам всем еще надо учиться и учиться. Посмотрите на Димитрова. Это герой и умен он. А ведь он такой же рабочий, как и я. Доктор, вот все это мне еще нужно будет поглотить... Тогда я буду похитрее вас. Черт, повери! Вас начинаешь бояться. Бояться? Кому надо, пусть все нас боятся. А вы хороший парень, доктор. Вы наш друг. Что вам, собственно говоря, нужно? Ну, тебя! Начальник штурмового отряда Айко, что все это значит? О чем вы думаете? Кто это сделал? Рейхсверка, господин начальник. Это неслыханное безобразие. Поехали. Димитров уехал? Только что уехал на автомобиле. В 7 часов утра? Только бы чего с ним не случилось. На каком автомобиле? Что вам надо? Молчать! Никто не смеет выходить из комнаты! Чего?
Туда! Эти болваны хотят объяснить нашему брату, что такое Родина! Но это мы им объяснили. Почему вы не убираете? О, убирать мы будем после вас все вместе. Всем домом, всей улицей. Молчать! Я тебе заткну глотку! Эй, начальник, Айков идет! Что? Я тебе еще покажу, сволочь! Не дразните его, а то он... Что а то? Ведь вы ему только что помогали в этом свинстве. Матушка Лемки. Матушка Лемки, матушка Лемки, вам должно быть стыдно. Ведь это только из-за Фриц. Неужели вы думаете, что Фриц сделал бы что-нибудь подобное в доме вашей матери? Мы же ожидаем здесь Фриц. Здесь? Разве он свободен? Да. Свободен! Все будут свободны. Димитр на свободе? Да. Да? Надо немедленно выпустить листовку. Димитр свободен. Знаю. И ты... тоже. Чуть не забыл. И я на свободе. И ты. Это все равно. Я не виноват, матушка Лемке. Я не ваша матушка. Вот мой сын, Ганс Лемке. Разве он ваш брат? Так зачем вы его убили тогда? Опять факельное шествие. Хлыст, факел и, конечно, война. Вот ваша жизнь, господин начальник. Тебя мама уже била когда-нибудь? Нет, моя мама говорит, что людей нельзя бить, а дети – это маленькие люди. Но есть такие, которые бьют и взрослых людей. Это подлые люди, сказала мне мама. Они убивают лучших людей. Твоя мама – хороший товарищ. Кто знает, что его товарищи подлые люди, тот... Вы всегда так прямо держитесь, господин начальник. Наши товарищи лучшие!